Всем привет, друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня я бы хотел вам показать свой город в игре. Вот бы узнать... А, вот такой игре. Да, классно, я забыл. Итак, в общем, сегодня я буду показывать, что и как я развился в этой игре. Повторяюсь, вот игра. Smart City Plan. Итак, давайте начнем с окраины города. А, вот, можно сказать, это другой город, не самый главный. Итак, тут есть у нас заведение. Давайте. Вот, то есть это Мумиру 500 дней почти что. Тут 16 тысяч людей, но не очень много, я бы сказал, для большого такого города-то. Так. А мне бы нужно было бы зоны. Так, ладно, давайте буду просто показывать. Итак, тут у меня всякие заведения. Дальше у меня тут есть футбольное поле. Дальше тут очень много домов. Пожарная, полиция. Вот. Также тут уже многоэтажечки. Ну, небоскребы. Так, тут трафик большой довольно, но это не очень важно. Так, школы, тут университет вроде бы, да. Так, тут вода. Качающие станции. Тут тоже. Здесь наоборот. Все выкиды из города. Ну вот. Так. Ну, то есть каких-то озер беру, в какие-то выгружаю. Вот, как видите, здесь тоже очистительный завод. Так, ну и что, давайте по дороге в центр города-то пойдем. Вот, это у меня религиозное здание. Итак, уже тут есть... Так, это где у меня станция Hyperloop? Или как она называется? Так, это у меня вот тут. Гипертуба. Ну, вы поняли. Вот, у меня есть Hypertub вот тут. Ну, еще в некоторых местах. Так, давайте покажу вот так. Это самый основной город. А, также сейчас покажу, где у меня есть... Тут офисные здания. Тут опять станция. Тут магазинчиков много. Можно сказать, рынок такой небольшой. Так, тут у меня заводы. Заводы. Также офисные здания. Вентиляторы. Ну, это воздушная электростанция. Или как она там? Ветровая турбина, вот. Так, тут у меня солнечно-тепловая электростанция, а тут у меня две атомных электростанции. Они подальше от города, потому что я не знаю, могут ли они взорваться. А если взорвутся, будет не очень. Так, переходим в район, который я пытался сделать самым лучшим. Как видите, у меня это довольно-таки получилось, потому что здание тут... идеальный, почти что все. Вот, то есть у меня тут очень много этих небоскреб, многоэтажек. Вот, тут футбольное поле опять же, Hypertub и такая дорога к заводикам. Вот так вот. Я думала, она побольше была, но видимо, это уже не так. Так, да, так же. Так, кому интересно,
и кто вообще первый раз на моем канале, в основном я снимаю Майнкрафт. То есть этой игры не будет. Это я просто сегодня снимаю, потому что сегодня не выйдет серия по тому, как я буду строить город в Майнкрафте. И сегодня, то есть вот такое видео, где я буду рассказывать, что у меня есть в городе. В этой игре именно. С Майнкрафтом это никак не связано. Но если кому надо, то можно здесь вдохновляться вполне. Игра хорошая для вдохновления. Допустим, вы хотите построить какое-нибудь обычное жилое здание, берете вот, если идей нету. Но у меня есть идеи, так что я отсюда не беру ничего. Так, это у меня офисы тоже. Общее счастье людей 82%, поэтому это очень даже хорошо. Уровень безработицы 0%. Ну, я думаю, для каждого гигантского города такого это просто прекрасно. Также у меня 409 миллионов рублей. Чтоб вы понимали, за это я могу купить метро. Вполне на весь город. Вот. Также могу покупать... Все вообще могу купить за эти деньги. По одному или даже по два. Вот, как видите, у меня еще куча территорий для развития города. Ну и, в принципе, да. Ладно, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяуп. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что, кнопочка подписки выглядит красным цветом. Нажимайте на нее. И всем пока, друзья. С вами был я, Смяуп. Повторяюсь и извините. Пока.